В Ульяновском районе приступили к бурению новой скважины. На глубине в 40 метров будут добывать чистую воду, и уже к концу июня она начнет поступать в дома жителей Ишаевки. После проделанной работы, по мнению специалистов, количество отключений водоснабжения в рабочем поселке, связанных с порывами на сетях, должно значительно уменьшиться. Для реализации проекта из областного бюджета выделили 1,5 миллиона рублей. Было принято решение, что нашли клочок земли, который принадлежит муниципалитету. К счастью, оказалось, что водонесущий слой здесь находится, и бурим. Жители Ишаевки вот уже 10 лет страдают от проблем с водой. Ее то отключают, то подают в дома людей, совсем непригодные для питья. Проблемы особенно обостряются летом. Для устранения сбоя обеспечения населения питьевой водой и было принято решение пробурить скважину. Число жителей увеличивается. Появляются новые микрорайоны, сети уже изношены. И последние 8-10 лет вот эта проблема с водоснабжением особенно острая. И уже учитывая вот такая аномальная жара, как вот в этом году, и прошлый год также, конечно, жители страдают. На решение проблемы в Ишаевке потребуется приложить больше усилий и затратить больше времени. Сейчас стоит жаркая погода, эта проблема актуальнее, как никогда. Поэтому с вводом этой скважины мы рассчитываем ее ввести в эксплуатацию не позднее, чем в течение вот 3 недель, взяв анализы воды, проверив качество подаваемой воды в трубопровод. В настоящее время на территории Ульяновской области остается порядка 27 населенных пунктов, где присутствуют перебои с подачей жизненно необходимого продукта. Вопрос стоит на контроле главы региона. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.